15 сильнейших бально-спортивных клубов Юга России 31 марта собрались в городе Белореченске, чтобы определить сильнейших. В одном из самых сложных и трудоемких категорий соревнований в разделе «Танцевальный спорт», который носит название «Формейшн». Суть в том, что на танцполе от 6 до 8 пар должны одновременно синхронно демонстрировать композиции 5 танцев на протяжении 6 минут. Среди команд, нацеленных на победу, были и наши земляки – образцовый ансамбль спортивного бального танца «Академия», руководят которым Андрей и Елена Шишкины. И ребята подарили нам хороший информационный повод. Они победили. В возрастной группе юниоры Академия стала чемпионом ЮФУ. По возвращению ребят мы пообщались с их руководителем Андреем Шишкиным. Танец – это язык тела, раскрывающий душу. И, конечно же, главным критерием на подобного рода соревнованиях является не просто оценка уровня техники. Хотя это и немаловажно. Танцоры должны двигаться синхронно, демонстрировать сложные композиции и рисунки, а также эмоционально передавать задумку исполняемой постановки. Победоносной для наших ребят стала композиция под названием «Аватар» по сюжету одноименного фильма. Шли мы к этой победе без малого 10 лет. Вообще, формейшном занимаемся мы практически с самого основания клуба, но активно и принимаем участие в турнирах, такого рода официальных турниров, уже в течение 10 лет, и на протяжении 10 лет мы занимали вторые места, были третьими, но никак нам не удавалось становиться победителями. И вот именно, скажем так, вот это поколение детей, эта группа, коллектив родителей, все активно включились в работу. В прошлом году мы опять стали вторыми, и в этом году прям было это все вот так вот остро мы готовились и... Были, просто буря эмоций, я думаю, на видео это будет видно. Там не могли держать камеру и столько комментариев. В общем, это впервые за 10 лет, и это действительно серьезная победа. А в следующем году, в этом году мы уже, ее пропустили, вот так вот этапы проходят. Сначала прошла Россия в этом году, а вот потом, скажем, по краю и по ЮФО прошли вот эти первенства. А в следующем году, я думаю, должны мощно выступить полным составом. Кроме «Аватара», Академия продемонстрировала чудесную композицию на тему Великой Отечественной войны «Память времен», которая в европейской программе была удостоена серебра. По итогам финального первенства спортсменам образцового ансамбля «Академия» будут присвоены спортивные разряды по классификации «Танцевальный спорт». Эта победа стала хорошим подарком в преддверии 15-летнего юбилея клуба «Академия», который будут отмечать в июне 2018 года. Мария Климова, Сергей Тимовский, программа «События».